зарплате. В Следственном комитете позже заявляли, что глава компании Сергей Терентьев умышленно не выплачивал своим работникам зарплату с начала года. В результате сумма задолженности составила более 14 миллионов рублей. Терентьев был арестован, ему предъявлено обвинение по статье «Полная невыплата зарплаты свыше 2 месяцев, повлекшие тяжкие последствия». Балтийского банка Олега Шигаева объявили в федеральный розыск заочно. Следственный комитет подозревает банкира в незаконном выводе из кредитного учреждения более 3 миллиардов рублей. Следствие, Шигаев заставил членов кредитного комитета банка одобрить выдачу кредитов под контрольным ему компаниям, после чего с июня по август 2014 года на расчетные счета этих компаний было перечислено более 3 миллиардов 370 миллионов. Дало. Здравствуйте. Вы так орете? А что случилось? Алло? Алло. А кто ее спрашивает? Управление задолженностями. Повторите, пожалуйста, еще раз. Так, назовите, пожалуйста, еще раз организацию, которую вы представляете. СБ Финансы? МБА Финансы. Это банк? Нет, это корректорское агентство, отвечающее ученик банка. МБА Финансы. А по отношению к какому банку вы? Вы какого банка осуществляете коллекторское? Простите, его на голос приходит для Повторите еще раз, как вы, да? Мне понравилось. Да, давайте еще раз делаем. У вас слишком наигранно хамство получается. МБА Финанс, да? Алло, девушка. МБА Финанс. Хорошо. Слава Богу. Какие у нее проблемы с вами?